Ну все, погнали, короче. Проходим демоверсию Resident Evil Village. Это восьмая часть у нас. Так. Попробую. Геймпад. Почему-то геймпад он не видит. Хотел на геймпаде проходить, но ладно, будем так на клавомыше. Так, язык речи английский, французский-то. Тут вроде и русское есть, да. Будем играть с русской озвучкой. Русские субтитры включить на всякий случай. Устройство. Видно звук, телевизор, наушники. Окей. Яркость ставим такую. Да, все нормально. Все отлично. Спасибо. Да, обработки. Так. Быстренько перемотаем это все. Интересно, как будет работать игра на моем компьютере. Седьмая часть у меня отлично работала. Все, получается, ремейки тоже хорошо работали. Думаю, проблем не должно быть. 60 FPS без проблем выдаст. У меня 1060 на 6 гигов. О, тут даже две демки, да, можно пройти. Следовать безлюдную деревню, следовать зловещий замок. Посмотреть трейлер, настройки. Сразу смотрим экран. Качество изображения. Один. Так. Два. Пусть будет по умолчанию один. Разглаживание. Качество текстур высокое. Трассировочку не могу настраивать никак. Это для буржуев, так сказать, да. Так, рассеянное затенение. Самое охуенное. Отражение в экранном пространстве пусть будет. Качество объемного освещения высокое, конечно. Тоже включим. Качество теней высокое, среднее. Контактную включить, кэши не включить, включить, включить. Так, зернистость. Включить. Ну, в принципе, все. Как бы настройки высокие поставили, кроме теней. Ну, тени в глаза не бросаются, так сказать. И даже память видеокарты особо не забили. Так, звук. Ну все, настройки пошарились, разобрались. Я демки вообще не проходил никакие. Я так думаю, час это общее время на две демки, да? Соответственно, начнем с деревни. Будем играть на обычной сложности. Кто-то похитил Розу, дочь Итана. Итан оказался в странной деревне. После недолгих поисков он встретил старуху. И в жизни, и в смерти мы вас славим. Вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? Ну, ты, отец девочки. Дитя? Стойте! Вы про Розу? Она здесь? Роза, Роза, да. Она в беде.
Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Колокол — вестник беды. Они идут! Нет, стой! Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом! Роза здесь? И ушла, да? И заперли меня здесь. Не, работает отлично, прям, слушай. И графончик такой неплохой. Кстати, инвентарь сразу. Убираем пистолет на один. Хил, нож, все на месте. Даже следы на снегу остаются. Здорово. Поставил на мышке сенсу просто на максимум, потому что я так подумал, вера рассчитана для геймпада больше. Великие оборотни, жуткие волки из древних легенд. Пусть они придут сажать нашу плоть, придут, чтобы порвать нас в клочья. Замечательно. Но я не хочу, чтобы они приходили. Реагент. А карты нету, да? Сокровище, сюжетное создание. Обидно. Вот была бы карта, можно было бы посмотреть, что мы здесь изучили, а что нет. Замок несложный. Сюда вроде как нужны отмычки. Я видел, что они или в магазине продаются, или должны находиться. Во всех частях Resident Evil всегда очень интересно и полезно изучать всю карту. То есть, если ты ходишь, изучаешь все закоулочки, то у тебя никогда не будет проблем с ресурсами, и патронами, и аптечками. Так, место ритуала. Это туда, да? Туда, в замок Димитреска. Решил выбрать обычную сложность, потому что закрыто, да? На хардкоре мы отлетим довольно быстро, и придется все сначала начинать. Порох, спасибо. Так, создание. Лекарство. Но у нас особо рецептов нету сейчас вроде. Так, закрыто, там закрыто, да, в доме были, закрыто, остается два пути. Ну, нам по-любому вот в этот дом получается сейчас. Бежать, так. Мы создали эти козьи береги, чтобы защитить деревню и людей. Всякий, кто сломает их, познает гнев матери Миранды. Кстати, его можно сломать. О, карта открылась. Хорошо. Вот эти достижения, которые выскакивают, немного напрягают, конечно. Так. Там
кстати, что-то лежит. Так, что тут нужно? Видимо, это вход в замок. Нужно найти какие-то диски, части скульптур. Звук в игре просто отличный, конечно. Шумовый. Тоже нужно открыть. Так, это дом. И где-то еще внизу был. Знаю, что тут должны быть какие-то оборотни. Интересно, что с ними делать надо будет. Ну то есть зомби понятно, там зомби прострелил голову и все. А что с оборотнями делать? Это предмет нужен. Так, ну чё, тут не пройти. Закрыто тоже получается. Закрыто. Так. Значит, нам... Даже не знаю, есть ли смысл эту демку исследовать полностью. Тратить время, которого и так мало. Например, в демке 7 части там реально было много всяких секретиков, пасхалочек. Которые можно было найти. А здесь... Вот фиг знает. Все везде закрыто. Нашли один ключ. Хорошо. Так, если в деревне случится беда, тащи родовые гербы. Один из них находится в церкви, другой в доме Луизы. Не, это, конечно, спасибо за совет. Я не знаю ни Луизу, ни где находится ее дом. Очень полезно. Я, наверное, на карте где-то будет указано. Так. Десять минут, спасибо. Еще что-то не исследовали здесь.
Белый минерал добываем в этом регионе. Можно туда. Это для торговца. Ладно. Так, что-то еще тут осталось. Что-то еще. Еще что-то? А, мина. Открой тап и быстрый доступ. Так, ну мину мы поставим на четверочку. Все. Это здорово, что можно забаррикадировать дверь, можно отбиваться от них. У меня всего один выстрел. Замечательно. Они мне, конечно, молодцы, надавали пороха. Но я все равно могу только лекарства создать и все, сколько бы пороха и запчастей мне не было. Мне интересно, они и правда там бегают, или это так по скрипту показывают? Потому что я вот нихера не вижу в этих кустах. Ох. А, нет, вон он. Подожди, сейчас чихну. Не бей, не бей. Уф. Не, ну стандарт, на стандартной сложности они гораздо живучи, чем зомби на самом деле. Перепрыгивать, спасибо. Вот это как раз, вот это то, что надо. Думаю, на стандартной сложности, в принципе, можно один на один без укрытий с ними воевать. Потому что руки у нашего героя сделаны из стали. Он нормально так блокирует.
атаки. Это берег. Я его слышу где-то. Блин, прям рядом. Либо вымани с этого сраного поля. Ну все, тут, в принципе, один дом остался. Можно просто пробежать. По одному. Как тебе это? Мудак. Так, надо хилочку сделать. Спасибо. Не, ну у нас стандартная сложность довольно просто, то есть... Я защищаюсь, я сколько? 3 удара словил ножом. Почти голыми руками. И у меня до сих пор зеленое здоровье. О, козлик. Надо создать патроны. А, все-таки могу создавать патроны, да? Спасибо, я думал нельзя. А как я... Блин! Я забыл! Лечиться на контрол. Твою же дивизию. Вот это сраная вещь. Еще с 7-й части лечиться на контрол. Это надо привыкать. Не хочу по этому полю шариться. Уже вряд ли будет что-то полезное. Я хотел посмотреть, как я... А, на X быстро развернуться. Закрой дверь! Ну! Эй, ты что здесь делаешь? Назад! Нет, не трогай! Эй! Спокойно. Все нормально. Я вас не трону. Я их всех как убил. Как хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет. Они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Он не отсюда. Да я убил всех волков там снаружи. Вы чё? О. Бля, ну это не волки. Чёрт, это медведь какой-то. Тут очень опасно. Твой отец может ходить? Нет. Тварь поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть в дом Луизы. Тихо. Я попробую залезть. Сидите и не шумите. А я пока открою ворота. Я же убил всех. Ну, ё-моё, откуда они там? Так, у них есть что в доме?
Нихуя нет. Ладно, вы бы мне, я не знаю, дали. Дед, дай мне меч свой. Дед. Тесак. Не? Нельзя? Ладно, понимаю. Понимаю. Так. Порох. И все, походу, да? Ладно. Что у нас тут? Здравствуйте. Извините за вторжение. Мне кажется, тут можно спрятаться, да? Вот так вот. А так так дверь не закрывается. Ладно, было бы весело. Как в Outlast'е ком-нибудь. Заперто. Надо... А, точно. Ну, нечем открыть. Идем, скорее! Скорей, скорей! Побыстрее ты не мог. О, да ерунда. Да я туалетом проверял на наличие патронов. Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Все нормально. Здесь ведь безопасно, правда? Точно безопаснее, чем там. Эй, ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Матерь Миранда всегда защищала нас, но... Не отвечают. Отец? Больно! Нам нужно попасть внутрь! Ча я им постучу. Папа, потерпи еще чуточку. Дробовиком своим. Эй! Кто-нибудь дома? У меня пушка, пустите. У меня пистолет есть. Луиза! Открой мне! Это Елена! Тихо. Не ори. Блин, они могут услышать. Юлиан, я... Кто это? Это друг. А ну назад. Отец. Юлиан, бога ради, впусти нас. Нет, они чуют кровь. Ты погубишь нас всех. Мой отец умирает. Нас это не волнует. Кто-то пришел? Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика. Хватит. Они наши друзья. Прошу, входите. Ну же, сюда. Ты не из деревни? А, нет. Я Итан. Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Ну? Раз ты друг Елены, то мой тоже. Заходи, Итан. Хорошая женщина. Мне нравится. Жди здесь. Я схожу к остальным. Не то, что этот в кепке. Вот там и стой снаружи. Я там уже всех перебил, конечно. Фоточки какие-то. Сюда. Луиза, они снова пробрались и унесли скот. Если так пойдет дальше, боюсь, нам до конца зимы не дожить. Ирне до сих пор не явился везде обыскать, потому что мать Миранды отреклась от нас. Так, а сколько времени? Ля, надо же еще замок пройти, да? Надо еще замок пройти, а времени мало. Пошли. Вот сюда. Все уже ждут.
Это что за хуй? Чужаки, нас всех перебьют! Антон, он друг Леонардо и Елены. И без него бы справились. Сядь, Итан, я прошу. Здесь все, кто выжил? Из целой деревни? Кто выжил? Кто выжил? Да кто здесь вообще? Какой-то калека! Тупая плакса, блять! И ты! Впустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Не выжить нам! Этих всех убогих снаружи порвали в клочья! Ну а завтра... Завтра мы все подохнем. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту! Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. В натуре. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари. Хули этот алкаш орёт тут на всех? Они рвали. Стой, Луиза. А где же твой муж? Нет. Ну, нет, он снаружи. Где-то. Он за подмогой. Да, он пошел. За подмогой. Он скоро придет. Помолимся. За него. И за всех нас. Это мысль. Да. Вместе. Кстати, да, тут остался снаружи. В кепочке. Боги, услышьте нас. Взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам, и мы просим вас пронить свет. Жизни и смерти мы вас славим, мать Миранда. Чай, наверное, готов. Елена, поможешь мне? Ляз, заберите у деда тесак. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Ты что, сука, творишь? Леонардо, ты что? Тебе плохо? Вы что? Какого хрена? Отец! Елена, стой! Назад! Нет, отпусти! Когда деду пенсию не выплатили вовремя. Он нас убьет! Бежим скорей! Да я же стрелял, где? Отпусти! Елена? Отвали! Я сразу говорил, тесак мне очень жаль, надо. Отец. Слушай, это был уже не твой отец. Ты все правильно сделала. Достать его, нет. Все, ему пизда. Его нельзя спасти. Пошли отсюда. Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет. Нет. Он был обречен. Нам его не спасти. Оставь меня. Нет, нам нужно выбраться. Сколько там минут прошло? 30 минут уже? Слушай, тут, короче, некогда горевать. У меня 30 минут уже прошло от часа, понимаешь? Карту быстро. Все изучено, да? Где ключи? Нужны ключи.
Интересно, там столько замков было, столько всего. А нифига, ни ключей, ни отмычек нету. Вы понимаете, они специально сделали так, чтобы вы шароебились по деревне. 30 минут искали, думали, что какие-то секретики есть. Вот это... Нет, никаких секретиков нету. Я буквально все исследовал в деревне. И сейчас назад в деревню не вернуться, по-моему. Или вернуться. Так, возьми отвертку с брелока, если понадобится. Отвертку. Блин, тут так много всего. Оп, патрончики, спасибо. Какую отвертку? Где? Ключи, ключи. Спасибо. Спасибо за ключи. Опа. А ключи-то были секретиком, да, у нас? Получается, с отверточкой. Так, здесь ничего, все прошарили. Мне интересно, все-таки час тут получается. Час на каждую демку дают? Или мне час вообще в целом на демку? Потому что это будет нечестно, если час в целом на демку. Я ведь замок не успею пройти. Блин, тут что-то есть. Что-то тут есть, подожди. Что-то тут есть. Оп, трава. Блин, еще что-то есть. Нам бы пробить эту стену. Ну все, все, по-моему. Поехали. Черт, быстро разгорается. Что ты задумал? Отойди, я попробую сломать. Кстати, он сам управляет машиной, если что. А, не, не сам, я могу. Ну как он? Надо кнопку нажать. Итан, ты в порядке? Я нормально. Помоги подняться. Огонь! Надо выбираться! Теперь только наверх. Блин, держись. Какие залезай. Долгие катсцены тут. Специально время тянут, чтобы я демку не прошел, да? Идем. Давай. Пошли. Спокойно. Постарайся не дышать дымом. Знаю. Спасибо, Итан. Ты добр. А твоя семья в порядке? Надеюсь. Когда выберемся, может, познакомишься. Так, куда? Куда? Буду Упси. Рада. Давай, Старожно выдержи. Хочу. О, все, валим, вот, валим. Это выход. Слава богу. Идем, идем. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить. Их там много. Эй, не говори так. Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, она в том замке. Нет. О, кстати, в нем нет ничего. Лишь кровь и смерть. Я не хочу сидеть одна, пока ты... Отец? Елена, нет. Отец Оставь. Мертв. Это уже не он. Оставь деда. Позвал меня. Отец! Стой, сейчас все рухнет. Стой там! 35 минут уже. Ты чё, пошли, опаздываем. В замок еще надо. Уходи! Спасай дочку! Елена, я тебя вытяну. Давай руку! Твою мать! Почему?
Почему все вокруг умирают? Да у меня тот же вопрос. Я ни хрена не понимаю. Я тоже. Пошли отсюда. Пошли. Все нормально. Почему, почему? Потому что у деда надо было тесак забрать. Я бы ходил с тесаком. Я не понимаю. А не с ножичком. Все, прыгай, прыгай. Это бред какой-то. Какого хера это снова началось? Черт! Не везет это, но еще с седьмой части не везет. Так, здесь я вроде как смотрел. Ну, в дом логично не вернуться уже, да? Сваливаем. Или чё? А, отвёрточка. Ну всё. Кто здесь? Стой! Матерь Миранда! Эй! Кто это? Что это было? Ё-моё. Это, кстати, не Димитреска, если чё. Я думал, что это Димитреска, когда сам раньше смотрел прохождение. Но я не помню, получается, только деревню смотрел. Так, блин, что делать? Вообще времени нету. 20 минут. 20 минут. Надо... Получается, куда? Железный ключ. Ключ. Ну, там мы не найдем ключи. Надо по прямой бежать. На перепуге. Стой, где труп? У меня же дробовик был. Блин. Может, у него дробовик или ключ, или что-нибудь такое, не? Я его не найду сейчас в этих кустах. Ладно, понятно. Так, тут ключ нужен. Тут что, тут устройство. Счешься. Так, в доме ничего. Сюда уже можно вставить и пройти. Так, это что? Блин, ну туда не попасть. Тоже, если что. Так. Замок, отмычка. Ладно, тогда будем заканчивать. Я вроде не видел тут мест, куда еще можно отвертку применить. Там отмычка нужна будет для замка. Просто замок. Так, стоп. Вот сюда.
Герб с демоном. Все, на герб сделай. Все? За 36 минут. Блин, можно было за 30, за 20 минут даже пройти. Можно было не тратить так много времени. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. Ну, вообще, демка в целом неплохая. Можно и пострелять, и мир поисследовать. Но то, как они ебатят тебя на исследование мира, чтобы ты ходил, прям каждый угол исследовал, еще время ограничено же. Это нечестно, мне кажется. Могли бы ключи вот эти позасовывать куда-нибудь. Oh no, they're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. All that's left from your entire village? All that's left? There is no one left. We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting, and now let the games begin. There is no safe. Every sorry bastard out there has been ripped in half. Tomorrow we're all be dead. No, let me go! Chris? What the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters. Welcome. I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Блин, Крис сам на себя, конечно, не похож в этой части. Он еще здоровенный тут, просто как этот, как мистер Икс из второй части. Да, спасибо, спасибо за игру. Че по времени? Фу, 18 минут осталось. Ну, спасибо. Я так понимаю, вы трейлер мне тоже посчитали, да? За время. Замечательно, просто. Ладно, ребят, это была первая серия деревни. Я бы хотел как следует замок поисследовать. И думаю, времени у нас должно быть побольше, чем 18 минут на полное исследование замка. Так что всем спасибо, кто посмотрел мое видео, кто заинтересовался. Как видите, игра очень хорошо, ну, по крайней мере, демка хорошо оптимизирована. То есть у меня 1060 стоит на 6 гигов.
получается, Ryzen 3 процессор. То есть, не, Ryzen 5 3600. Вот. И 16 гигабайт памяти. Все, игрушка на SSD-шнике стояла. Конечно, в официальной версии в полную будет побольше настроек в графоне, но в целом настройки высокие стоят. Сглаживание, как бы, текстуры, все высокое. При этом игра как бы хорошо проходилась, без просадок, без ничего. Но тени на средние, ну, тени особо не замечаешь. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Вот скоро выйдет вторая часть прохождения замка. Все, удачи, пока.